Всем привет! Сегодня интересное видео. Мне прислал подписчик подарок. Вот такой большой ящик весом 60 килограмм издалека. Сейчас будем его вскрывать и смотреть, что там. Я примерно догадываюсь. Будем смотреть вместе. Человек постарался, сделал коробку. Все тут отпилил, ручки, все дела. Короче, человек с руками. Не просто так. Саморезы нам пригодятся. Так. Поближе сейчас вас поставлю. Интересно, что же там? Та-дам! Так. Смотрим. Резина. Куда-нибудь пригодится. Так. Карбюратор от восьмерки. Я его буду ставить на двигатель внутреннего сгорания УД-2. То есть здесь у нас запчасти для УД-хи. Карбюратор Modern Russia. Я его разберу, почищу. Жиклерчики куплю, ремкомплект, если здесь не очень поменяю. И, короче, все будет, я думаю, офигенно работать. Так. Дальше. Вот это вот очень нужная вещь, так как у меня ее нету на движке. Это магнета или магнито, не знаю, как правильно она называется. С движка УД-2. Сейчас я все разберу, посмотрим, что там внутри. Так. Сверток. Что же там? Сейчас узнаем. Так. Я уже догадываюсь, что там. Да. Это у нас резец для токарного станка с треугольными пластинками. Пластиночки. Фиг знает, непонятно, что написано. 2210, 523. Кто знает, напишите в комментах. С треугольной пластинки. Вот это офигенно. Таких у меня нету. Буду теперь им пользоваться. Попробую, как они в работе. Чик. Вещь. Дальше смотрим. Так, 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 так. Цилиндр. Блин, здесь целый двигатель, короче. Был рабочий. С клапанами, все в сборе. Даже хон есть. Офигеть, вот это крутая штука. Так, кожух.
Он у меня плохой ржавый, а этот будет лучше. Вот даже кусочек магнита есть. Чик. Магнит нужен для того, чтобы когда посылка трясется, железная стружка на него собиралась, а не попадала в цилиндр. Это самая главная вещь в посылках. Магнитик, это нужен. Так. Так, дальше-то, ёлки-палки, вообще столько всяких ништяков. Ништяки одни. Так, так, так. Мешок. А в мешке колечки. Сейчас их распакуем на столе. Колечки для движка УД2. Ключики. Все нужно. У меня как раз вот ключи на 12, на 10. Проблемы с такими ключами. Все это сгодится. Офигеть. У меня столько ключей на 12 никогда не было. У меня их всего 2 или 3. Вперед сколько будет. Можно будет подарить кому-нибудь. Ключики новенькие. Эти желтенькие походу поновее. Не, нифига, 85 копеек цена. То есть советские, значит. Вот эти вот супер советские. Ага. Вот это вот вообще классная штука. Теперь можно на токарном фрезеровать. Фреза 80 на 10, R6M5. Так, фрезочка. Я во фрезах не очень пока соображаю. 100 на 12, 0,161, R6M5 тоже. Дисковая фреза 80 на 4, R16, 4 мм толщина. Вот это вот классная фреза, концевая. В принципе, я думаю, ее можно даже в фрезерный зажать. Начинать потихоньку фрезеровать, пока нет фрезерного. Будем пробовать на токарном заниматься фрезеровкой. Так, так, так. Клапанишки. Клапан. Еще все новое. Смазки. Блин, короче, будет новый движок у меня, по ходу дела. Переберу его, сделаю. Так. Вот это вот офигенная приблуда. На токарный станок зажимается в рессодержку. Сюда ставится патрон. И в этот патрон зажимаешь кругляк. Вот здесь перещелкиваешь. Как он перещелкивается? Ну, короче, вот эту штуку на себя тянешь, перещелкиваешь дырки и делаешь шестигранники на токарном. То есть кругляк крутится на определенное количество градусов, и можешь делать кругляк. Давай, можно делать из кругляка шестигранники. Вот это тоже классная штука. Будем ее юзать. Я ее почищу, покрашу, разберу, чтобы все было по феншую. Так. Тут у нас чего? Поршни. Когда разберу свой движок, посмотрю, в каком состоянии у меня поршни. Здесь прям классненькие такие. С колечками. Все дела. А, красотища. Так, дальше кожух. Еще один ключик. Кожуху. Я не могу свой кожух найти, он у меня мятый где-то был. Так, еще пакетик, еще ключик. Офигеть. Смотрите, вот это да. Фрезочки. Фрезочки.
Короче, надо фрезерный срочно. Фрезерный станочек надо. Они под цанговый зажимчик. Но эти фрезы можно в патрон в токарный, думаю, зажимать. И фрезеровать. Офигеть. Вот это подарок. Офигенное начало для будущих подделок. Так, что у нас еще цилиндр? Цилиндр тоже офигенный. В сборе с поршнями, с клапанами. Короче, вообще навью. Все навью, все навью. Так, что-то большое. Ого. Офигеть. Все новое, все в масле. Что у нас тут осталось? Коленчатый вал. Колено. Медалька. Все четко. Ничего не раздолбано. Короче, гаечки одной нету. Вам поставлю оттуда. Я не знаю, в каком состоянии у меня коленчатый вал на том движке. Но я думаю, что на этом движке коленчатый вал вообще офигенный. Ну, посмотрим, что у меня будет. В сборе колено. А тут Д2. Короче, целый двигатель без блока. Ха. И крышечка. А, новенькая. Чик. Зимний режим и летний режим. Даже табличка еще осталась. У Д2 67-й год. Ульяновец. Блин, вам не видно, наверное, нифига. Табличка оригинал. Вот такие подарки. Специальная крышка тоже очень нужна. Так, ну вот, все разобрал по ссылочку. Два цилиндра, карбюратор, коленчатый вал, крышка, все, что относится к движку, колечки. Так, колечки. Колечки поршневые. 4 штучки. Ну, понятно, что они поршневые. И массосъемные 4 штучки. Короче, комплект новых колечек. 2 новых клапана. Ну, еще старые притру. 2 поршня. Посмотрим, какая на моих выработка, какая на этих. Ну, по идее, лучше, наверное, поршни к тем же цилиндрам ставить, которые были. Вот эта вот штука очень нужная. У меня ее не было.
магнит или магниток, не знаю как правильно. Магнитов. Хотел от шестерки прикручивать трамблер, если не найду. А тут такая удача. Родной. Люблю все, как в принципе родное. С родной трамблерчик будет. Карбюратор на УД2, конечно, не очень хороший. Поставлю от восьмерки. И будет песня. Давай, чувак, открывайся. Чик. Все новенькое. Что у нас? Оса. Ай, бля, все высыпалось. Даже если окисления нету на контактах. Вообще офигеть. Ха. Прокладочка. Высоковольтник найдем. Кулачок работает. Оп, щелкает, да? Кулачок работает. Все, короче, работает, все офигенно. Будет крутой движок после капиталки. Тоже надо будет все разобрать, посмотреть, почистить. Чтобы все было по фен-шую. Восковольтник я найду. Или сделаю сам. Супер мощные силиконовые плетки. Вот этот карбюратор на движок поставлю. Тоже его весь почищу, помою. Будет навье. Так. Нужная штука для шестигранников токарный. Только надо патрончика будет найти. Может быть, шестигранники фигарить делать. То есть перещелкиваться должно. Тоже надо почистить. Фреза, конечно, классная. Что у нас написано? 110. На 10. Не 10, 1. 1. На 12 фреза. Грубо говоря, на 10, на 12. Тоже на 12 одинаковые. Только одна у нас 5. 2. Как эти штуки правильно называются, не знаю. 11 миллиметров фреза. Тоненькая фрезочка, тоже на 10. Большая фреза. На 21 и 2. Вещь. Еще раз тут 4. На 3-миллиметровую фреза. На 3 миллиметра. Ну, такие фрезы, конечно, нужны. Короче, всему надо учиться. Всему научусь. Подарок, конечно, шикарный. Вообще просто. От души, конечно. Резечек. Такого у меня нету резца. С треугольными пластинками. Набор пластиночек. Надо посмотреть аббревиатуру, что куда, что обозначает. У меня есть вот такие резцы. Под шифер. Шифер у меня больше нету. Пробовал затачивать. Надо будет купить шиферные пластинки.
И вот такой под пятиконечный резец. Но теперь у меня есть и под треугольный. Куча ключей. Конечно, блин, офигенные подарки. Считай, целый движок. Фрезы. Это все очень нужно. Что у нас по мастерской? Ящик почти доделал. Запарился, я уже 2 недели его делаю. Все никак не сделаю. Ящик, банки. Банок вообще много. Банки, банки, везде банки. Эти банки я купил за 100 рублей. 2 коробки, тут 150 банок. В цветмете. Собирали мне их 2 недели. А эти банки собирал у друзей, у знакомых. Все, короче, пили, старались. Банок 250, наверное, уже есть. Надо делать быстрее солнечный коллектор. А то скоро, походу, зима закончится. У нас сегодня опять снег выпал. Вот так. Короче, вот такие запчасти. Жум. Ну вот он, стоит. Движочек ждет своей участи, когда я его очищу и запущу. Вот сюда я вместо вот родного карбюратора, не знаю, видно там нет, прифигарю от 8-ки карп. Ну, короче, придется штаны переваривать. Все я сделаю, все переварю. Все будет офигенно. Движочек УД2. Поставлю его на трактор и буду ездить снег чистить. Буду собирать тракторишка. Ну вот такой подарок мне прислал подписчик. Блин, спасибо тебе большое. Вообще офигенно. Подарок классный. Я готов прыгать прям до потолка. Ну, правда, нельзя прыгать, а то тут оторвется все нафиг. Потолок не натяжной. Вот так. Ладно, всем спасибо за внимание. До свидания.